В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы увидите, как мои рабы добывают не то, что я просил. Он руду добывает? Делаю анализ сюжета всей вселенной Resident Evil. Короче, выглядит так все, как будто бы ни хрена не под контролем. Вирус делает, что хочет, люди с вирусом делают, что хотят. И как я вываливаю свои шары. Давай, вывались! Вот! Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 Village. Мы с вами остановились у герцога в гостях. Не кричи, не пугай меня. Что такое? Что? Что детишится? Все, все, так хорошо? Отлично. Короче, у нас с вами, кстати, что у нас там по деньгам? Конкретно? Что у нас там по деньгам? 114 тысяч. Нет, я очень хочу... Важнее, чем добыча товара. Я очень хочу вот эту штуку, если честно. Чем она, кстати, стреляет? Его точный выстрел... Погодите. Дробовик... А! Он стреляет дробовиковскими патронами. Тогда нахрен мне дробовик, спрашивается. Не нужен ты мне дробовик, пошел ты, где ты? Вот. Я тебя продаю. Вам это больше не нужно? Нет. У тебя есть кое-что покруче. Вот это. Надеюсь, эта штука вам пригодится. Ох. Все это инвестиции, Итан. Конечно. Так, давайте купим по максимуму патрончиков. Есть. Пожалуйста. Спасибо за покупку. Покажи мне это. А, красота. Потом надо будет накопить на всякие приблуды для этого устройство, которое у меня в руках, устройство для убивания существ. Как красиво, мне очень нравится эта картинка. Просто идеально поставлена художниками. Смотрите, они все с этими вибраторами у себя в руке. Все куда-то туда едут, не знаю. Гайзенберг, я смешал Хайзенберг и Гейзенберг. Гейзенберг, короче, получается, готовит армию какую-то для себя. Он хочет стать мега-могущественным и захватить весь мир. Зачем он придумал каких-то сверлодаунов? Вместо того, чтобы сдать им какие-нибудь пушки огнестрельные. Это очень тупо, по-моему. Самое тупое вложение сил и средств. Пока там они дойдут, и тем более сердце Каду у них прям открыто. Пока они дойдут до человека, который по ним стреляет, они уже сдохнут. Мы это видели все с вами в прошлой серии. Это было жалкое зрелище. Они, эти ребята, разве что годятся на вот на фуникулерах кататься и на чертовом колесе. Оп! В трубу какой-то идем. Кстати говоря, если вам интересно, я вижу, что вы очень интересуетесь, как мое здоровье. Спасибо большое за это вам. Я считаю, что мы просто дети. Я на поправку. При этом ей совершенно нет дела до нас. Она давно утратила всю человечность. Я должен уничтожить ее. Мне посрать на ваши семейные разборки. Что это? Что? Что ты делаешь? Он руду добывает? Типа рабочий? Ты встал? Ап! Реально они добывают руду? Офигеть. Погодите, мне кажется, мне нужен мой нож. Потому что вот я снайперкой вообще не пользуюсь практически. Давайте будем ножом пользоваться почаще. Потому что мне кажется, вот этих вот можно бить и так. Раз, два, три. Отходим. Да, вот видишь, мы ломаем. Ломаем им их маску. Он кричит, ругается, злится. Я блокирую. Я успел, интересно, или нет? Как долго мы, интересно, будем его резать? Оп, наплевать мне на твои удары. Блин, а долго. И очень долго, оказывается, дубасить ножом. Но его можно использовать хотя бы... Ну, ты сволочь, а. Его можно использовать... Да, блин. Сейчас, его можно использовать для того, чтобы сбивать маску эту с них. Так, обломки металла. Мы можем сделать себе патрончики для пестика? Мы не можем. Очень плохо. Чертовски плохо. А теперь? Я просто не особо читаю, что я беру. О, нет. У меня 3 патрона для пистолета. Как-то нам хреново стало внезапно. Я думаю, надо теперь просто бежать мимо. Нет смысла драться. Смотрите, клеточка.
Так, бабос. Идем по стелсу аккуратно. Они все еще, да, добивают? Да, они бьют. Окей. Они бьют по руде какими-то своими топорами. Это же вообще не то. Нужна кирка. Они явно не играли в выживалки. Так, давайте. Они пока нас не видят. Кристальчик нашли. Хорошо. Главное, чтобы он продолжал нас не видеть. Блин, он нас увидел. И своих друзей позвал. Давайте. О, не, погодите. Давайте воспользуемся вот этим. Это тоже прикольная штука. Выбрать. Оп. Бабах. Кто выжил? Ладно. Оп. Они оба, они все выжили. Это отстой. И продолжают выживать. Сколько? Не нравится мне, как баталии мои строятся. Что-то очень нехорошо. Так, отмычка есть. Что еще? Ничего. Мы что-то здесь еще не нашли с вами. Большой кристалл. Теперь все. Так, что у нас по патрончикам? Что у нас по ресурсам? Давайте сделаем вот это. И еще. Пригодится. Не нравится мне, что я трачу патроны дробаша на все это. Три пульки всего. Прикиньте, три пульки. А! Я знаю, что нужно сделать. У нас есть для этого средство. Тек. Оп. Это тайник. Тут будет куча всего. Кристаллы, кристаллы, кристаллы. Значит, с этими рабочими будем стараться так. Сбиваем ножом с них маску и пуляем в голову. Каждый выстрел выверенный. Блин, у меня горло такое дурацкое сейчас. Вообще не слушается меня. Что это за мусор такой повсюду? А это что, кнопка? Нет. Сейчас какая-нибудь тварина, да, большая появится. Чувствую, что что-то такое будет. Смотрите, 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 смотрите. Патроны для винтовки. Походу, мне придется винтовку юзать. Металлолом. Ага, и выше пошли. Нет! Нет! Еще. Окей, сразу ставим. Тихо. Есть. Стреляем. Прямо ему в этот. Ему в сердце. Тихо! Тихо! Блин, это вообще очень крутые трансформеры. Мне нравится, как они выглядят. У них дизайн такой. Знаете, смотрели какой-нибудь фильм Гайвер? Или, может быть, аниме это видели? Вау! Вот что? Что это чардж? Он убил меня! Нет, не убил. Куда? Бежать, бежать. А! Со всех сторон! Давайте еще одну поставим минку. Минка для вас, мои дорогие товарищи. Давайте возьмем снайперку. Где? Не вижу. Оп, один сдох. Стоп, 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 стоп. Побежали. Так. Да, блин, кривой я. Так ты. Ладно, вот это попал. Еще раз. Не получилось. Сейчас, 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 сейчас. Открой. Что-то подбираю. Так. Сейчас я грохну тебя. Да хватит закрываться. Такой скрытный молодой человек. Блин. Есть. Есть. Опять закрылся. А. Оп.
Побежали, побежали, побежали. О. Сейчас он сделает заряд. Заряд. Да, блин. Нет, открой. Есть. Нет, перезарядка, твою мать. Ты стреляй. Есть. Фух. Ладно, это было прикольно, напряженно, мне нравится. Куда мне? Вот, я забыл ящичек этот взять. Такие прям чисто гайверы. Что я взял? Есть! Прекрасно. Что? Что-то падает. Кажется, мы здесь... Нет, мы даже не все подобрали. Там внизу, это загадка. Окей. Идем в самый верх. Мы должны какую-то штуку расположить. Какой-то механизм. Или деталь механизма. Что-то магическое в любом случае. Я только не совсем понимаю, знаете, вот я то, что я знаю о Resident Evil по-настоящему, то, что там была Umbrella, вот из ранних игр, которые я в детстве играл, там случилась катастрофа, катастрофа, и вирус выбрался на свободу, все начали становиться зомби и так далее. Вот. А чё, почему вот здесь такая фигня? Как будто вот такое ощущение, как будто все под контролем, но в то же время ни хрена не под контролем. Стоп, я здесь не пролезу, я же сдохну. Выберитесь с фабрики. Я тут подохну, да. Что-то надо сделать. Сломать, может быть? Стоп, еще раз. Есть, да. Короче, выглядит так все, как будто бы ни хрена не под контролем. Вирус делает, что хочет. Люди с вирусом делают, что хотят. И все. Так. Чигады расположены неправильно. Так. Есть! Отлично. У нас есть время. Пока он не восстановился, да? Побежали, побежали. Вау, что это такое? О, мы прям по этим лопастям идем. Ах, красиво выглядит. Очень красиво все сделано. А сейчас эта комната напоминает первый Half-Life. Окей, идем. Мы закончили или нет? Гейзенберг, пожалуйста, давай уже сразимся с тобой. Мне кажется, самое время. Опа, здрасте. Карта фабрики, верхние этажи. Йо! Погодите, здесь мы сможем выйти? Видимо, да. Улучшение солдата, реактивная тяга. Прицепил к солдату реактивный ранец и головные стабилизаторы. Маневренность серьезно повысилась. Опыты выявили ограниченную способность к полету. Расстояние полета небольшое, зато теперь может преодолеть труднопроходимую местность. Улучшенный солдат, бронесолдат. Установил пластину из алюминиевого сплава, чтобы защитить грудной реактор и открытые участки тела. Опыты показали, что он неуязвим к обычному огнестрельному оружию. Броня ломается от сильных залпов. Надо продолжать разработку. Окей, это как бы подсказочка. А что за... А, мы уже с ним повидались, получается. Да, мы повидались уже со всеми этими ребятами. Какую нам сторону теперь? Вот сюда. Для чего ты мне? Там дырка. То есть нам надо в кишку, но не сюда, да? Ну, я схожу, конечно же. Блин. Я не пожалею об этом. Чую, тут меня сдует нафиг. Все, я понял. Я понял. Мы сейчас вниз сходим, отключим эту дуйку.
Да включи ты свой фонарь, Итан. Почему игроку не дают возможности включать фонарь, когда он хочет? Это же тоже погружает в игру очень. Чего они боятся, не понимаю? Что ты будешь светить фонарем куда не надо? Да пофигу, шаблон шара. Шаблон? Нам надо вернуться аж туда? Так, здесь... Стоп, чего-то не хватает, что-то мы не забрали. Походу нет. Походу все окей. Я ничего больше здесь не вижу. Стоп. А здесь мы смотрели? Ай-яй-яй, Евгений хотел пропустить. Вот, теперь мы все забрали. Стоп, а что мы забрали такое? Что это такое? Шаблон шара. Для отливки шара из чугуна. Блин, нам придется туда аж вернуться. А, вот, наконец-таки пришел. Так, шаблон шара. Давай, юзаем. Шара с лошадью. В смысле? Блин! Итан что-то сказал важное, да? А я не услышал, потому что общался с вами в этот момент. Твою мать. Ну-ка, а это что такое? Какой-то переключатель есть. Типа, если мы сюда пойдем... Вот сюда. Тут будет какой-то переключатель. Где? Вот здесь. Который теперь работает. Мы здесь не были? Ой! Там человек. Просто пробный выстрел. А, зря. Ой, жесть. Короче, мы, оказывается, какой-то секрет, да, нашли. Просто. Секретное место. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все плохо. Так. Охренеть, зря я сюда пришел. Опасность. Они сейчас восстанут. Здрасте. Фу. Тихо, открой. Открой. Так. Давай, падай. Оп! Нифига он меня всадил. Оттолкнуть врага, пошел ты. Толкай, толкай. Я что-то взял с него? О. Так. Что-то важно здесь по-любому. Медицинский отчет. Операция по оживлению. Это моя 18-я попытка. Пациент. Извините. Я хочу это применить. Куда это можно поставить? Использовать деталь. Е-е-е. Оскар, подручный конюха, 20 лет. Пьяного упал в колодец. Тело в хорошем состоянии. Так. Грудная клетка вскрыта. Удалю сердце и важные органы, чтобы вживить механизм управления. Отлично. Коду врастает в нервную систему. Процесс идет даже быстрее, чем раньше. Похоже, увеличение доли метаальбумина в крови заменителей было верным решением. Подаю ток напряжением 6600 вольт. Ствол головного мозга. Ну, в этот раз должно сработать. Чудесно! Мое творение! Наконец-то!
Я еще уделаю эту сучару. Ха-ха-ха-ха! Конец записи. Такой типичный злодей прям. Все, мы это... А может быть, это можно взять как доказательство? О, нет, все, нет, все, 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 все. Так, мы здесь все забрали. Все, хватит слушать. Вот. Вот тут чего-то мы еще не взяли. Прямо в этой комнате. Ага. Ага. Ого. Так, пойдемте в комнату с шаром, где мы его можем применить. Головоломка лабиринт здесь. Ну чё, давайте заюзаем этот шарик. Ей. Окей. Ну чё, попробуем. Только очень осторожненько. Так. Чё за звуки? Чё там за звуки сзади меня? Не думаем об этом, пока играем. У нас игра. Монстр вряд ли будет нас коцать, пока мы играем. Тихо. Тихо. Фух, чуть не просрал. Тихо, 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 тихо. Оп. Та-ра-та-та-ра-ра-та. Вот сюда такая музыка подходит. Та-ра-та-ра-ра-ра-ра. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Еще раз. Второй круг. Получилось? Я ж ни хрена не вижу-то. А, все. Как ты вообще собираешься... Блин, я же не понимаю ничего. Не ускоряй, не ускоряй сильно. Спасибо за чертовски... Так, все видно там сзади. А, тут можно смотреть с разных сторон этот стол. Ой. Так, беру свои слова обратно. Очень удобно, спасибо. Так, смотрим. Аккуратно кладемся... мимо. А заметьте, да, моя невнимательность привела меня в итоге к этому секретику. Сейчас мы с вами что-то там добудем. Опасно это было сейчас, чуть не упал. Так, потом мы должны... О! Нет! Поторопился! Давай, скатываемся. Скатываемся. Оп! Белиссимо. Так, ждем. Я даже не знаю, куда теперь. А. Типа... Погодите, вы чё охренели? Блин, как мне бесит это! Вы чё охренели, что ли? Это рельсина была, по которой можно ехать. А, вон пол. Я понятно, это моя вина. Паровозик приехал. Пожалуйста, упади. Отлично. Так. Теперь. А, стоп, стоп, стоп. Нет, 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 хватит кататься. Как же, ни хрена, непонятно, блин. Давай, вывались. Вот. Теперь не торопись. Торопись. Аккуратней. Аккуратней. Еще какой-то подвох будет здесь? Какой-то сраный подвох, а? Это там герцог кряхтит. Я уже сам начинаю... Блин. Сколько же можно? Это все? Это считается конец? Победа? Что я получил? Бурый череп. Ура! Герцог, просыпайся. Сейчас загоню тебе. Ну что ж, смело изучайте. А, как это было злостно. Как я бесился. Так. Бурый череп. Окей, еще на 70 к мы накупили. Вы хотите это продать? Нет-нет, я охотно куплю эту вещь. Так, 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 так. Приклад, модуль для пистолета, уменьшает отдачу, коллиматорный прицел. О, вот это надо взять обязательно. Да, понимаю, почему вам... Установить. И... Так, что еще, что еще, что еще можем взять? А это что такое? Барабан, ага, для револьвера, нафиг. Давайте улучшим наше ружье. Мы можем лишь... Да блин, сейчас. Мы можем лишь улучшить вот боезапас. Дайте боезапас. С удовольствием. Все это инвестиции. До новых встреч. Так, отлично.
Сохраняемся, и теперь пойдем пытаться пройти игру дальше. В общем, я вернулся сюда и пытаюсь понять, что мне делать. Вот мне нравятся вот эти вот штуки, они желтенькие. Может быть, это можно как-то прострелить? Нельзя. Кстати говоря, эту часть видео я записываю уже другой день, а точнее через день после той записи, потому что мне что-то совсем поплохело, и я пошел тупо отсыпаться. Сейчас мне чуть-чуть лучше, я не знаю, что такое со мной, и, в общем, я подохренел с конца немножко. Ну, такое бывает, ведь я всего лишь человек. Да, я знаю, это очень необычно слышит меня, но я всего лишь человек, и я тоже уязвим, и тоже... Так, я не понимаю, что от меня хочет эта игра? Что тут происходит? Может быть, тут можно просто пройти? Нет, меня засосет. Меня тут... Стоп. А я могу? А я могу выстрелить сюда? Могу. Два. Три. Чё? Чё-то я упал. Чё-то я упал. На чем я спот... Я на чем-то подскользнулся? Я жив? Что? Ничего не понимаю. Погодите, что это было сейчас? Все правильно я сделал или нет? Меня вроде не засасывает никуда. А что это было? Почему я упал? Кто меня кацанул? И ХП, по-моему, даже отнялось, да, немножко? Ладно, продолжаем стрелять. Но сейчас уже ничего не происходит. Так, я упал. Я здесь хожу. Я продолжаю здесь ходить. Что от меня хотят в этой игре? Че я сюда упал? Смотрите, тут какой-то проход есть. Меня засосет туда, да ведь? Я просто не понимаю, что от меня хотят. Давайте попробуем, не знаю, кинуть. Оп! Насрать всем! Возьмем снайперку. Ладно, это не работает. Все, мы поняли, что это уже не пашет. Давайте сюда подойдем. Тут вообще есть какая-нибудь лестница, чтобы мне отсюда выбраться? По... Здрасте. Погодите. Как ты здесь оказался? Я не могу до тебя достать. Только могу вот выстрелить. Но здесь есть шестеренка. То есть игра предусматривает, что я сюда спущусь. Правильно? Я вот уже совсем не помню, говорил ли Итан делать что-то здесь или нет. Блин, но и я вроде не вижу отсюда никакого выхода. Отсюда никак не выбраться. Тут ничего не сделать. Разве что... разве что мне подойти сюда. И встать вот сюда. И меня убьют, да? Меня же просто убьют. Друзья, вы не поверите, оказывается, я словил жесткую багу. Типа, на самом деле должно было быть так. Я такой выхожу сюда, и меня начинает засасывать в этот пропеллер. А я стреляю по этой штуке, и она полностью останавливается. Но, поскольку я с легонца только выглянул отсюда, я просто упал. И секвенция не стала воспроизводиться. И в итоге этот пропеллер никак не может остановиться. Мне остается только зайти сюда. Нет, это будет считаться поражением. Давайте сделаем так. Давайте выйдем. И зайдем обратно. Наверное, меня возле герцога. Блин, придется бежать снова. Вот так вот Евгений, совсем обычный человек, взял и сломал игру. Ну давайте, ладно, всасывай меня. Пожалуйста, всасывай меня. А, все, наконец-таки. Все, и вот, вот так он ломается, легко и просто. Это было очень забавно. А, он отлетел! Ура! Мы это сделали, теперь мы можем продвинуться дальше. Черт, пронесло. Ой, Итан, знал бы ты, какой угар происходил здесь до этого. Так, где-то здесь должен был быть... Оу. А этого уже нету почему-то козлика. Куда он делся? Это типа я уже... Он уже засчитал. Странно, да? При том, что я откатил же сейф. Ну, будем считать, что засчитано. Окей, хорошо. Мы продвигаемся дальше. Шотган в руки. А!
Стопэ. Чуть не погиб. Чуть не погиб по-геройски. Нам нужно вот на эту трубу. Вот к этой лестнице. Ать! Аккуратней. Ну, Итан чуть не поторопился, не сдох. Мы можем этот... Да, сейчас мы его откроем. Все окей. Все? Да, контроль снова у нас в руках. Мы идем. Здесь что-то есть. Оу. Что-то мы можем... Конечно же, реагент. Нельзя пропускать такое. Здесь кнопочка, ее нельзя нажать. Здесь есть еще одна кнопочка, ее можно нажать. Ну, поехали. Совсем скоро, Миранда, начнет церемонию с твоей розой. Если это произойдет, всем конец. Твоему ребенку и всей деревне. Но не волнуйся, я ей помешаю. Я убью Миранду с помощью розы. Бедный папаша. Похоже, ты один до сих пор не понимаешь, как сильна твоя дочь. Хочешь забрать розу? Ну, попробуй. Да она даже не у тебя в руках сейчас, Итан. Что за пафос такой? Опа, шаблон ключа. Я не хочу бежать аж... Опа, здрасте. Я не хочу бежать аж туда, обратно, за ключ, чтобы штамповать этот ключ дурацкий. Слишком далеко бежать. Я устал. И что мы откроем этим ключом? Я даже не знаю. Но мы еще вернемся. Мы еще вернемся по-любому к герцогу. Это еще не конец. Еще. И мне кажется, вот с точки зрения сюжета... Тупо делать Итана таким тупым, который до сих пор один не понимает, насколько сильна его дочь. Потому что игрок уже давно догадался, что дочь его играет большую роль, и она очень сильна, потому что все ее хотят получить и так далее. Даже сама Миранда. То есть Итан уже должен все понимать. Он должен давно уже говорить всякие реплики, типа, что-то не так здесь. Может быть, не стоит мне. Вообще, мне кажется, было прикольно, если бы сделали возможность выбрать, помочь Гейзенбергу или нет. Мы, кстати, знаете, кого вызываем? Знаете, кого мы сейчас вызвали? Герцога! Он едет к нам. Чё, долго в этот раз он поднимается? Герцог! Ты здесь? Это как раз-таки нам дают возможность сгонять быстренько, очень удобным способом вниз и сделать ключ. А, ты чертов лифт, как неловко, герцог, с тобой стоять в лифте. Да и вообще с любым малознакомым человеком. Будь тут рядом со мной друг, мы такие хихикали. Я не понимаю, как вот я ушел аж вон туда? Я аж туда вот ушел? Как я оказался в итоге здесь? Вроде бы все левелы здесь логично устроены, и одно место действительно ведет к другому. Но иногда такое ощущение, как будто они каким-то вот непонятным образом ты оказываешься там, где оказываешься. Бывает ли у вас такое... чувство. У меня бывает. Теперь бы вспомнить... Темно. Почему здесь темно? Что случилось? Что изменилось? А почему ты говоришь это вдруг внезапно? Ты же здесь был. Неужели что-то изменилось? Стало темно, и правда. Очень темно стало. И что-то Евгений начинает обсираться. Неужели сейчас... Сволочь. Звуки. Все-таки нас поджидают тут неприятности. Я думал, это будет мирным таким, знаете, походом место. Перестань махать. Окей, хорошо. Он, может, не видит? Тихо. Блин. Может, он сам не видит, поэтому такой, где я? Фига. Фига я его вынес. Погодьте. Очень важно понять, куда идти. Я забыл, куда идти. Надо вниз спуститься, это точно я помню. Литейная. А литейная находится как раз таки внизу. Стоп, если мы здесь, тут... Нам надо, походу, обратно.
Я что-то не очень понимаю, как эта карта работает. Ну, я понимаю, но немножко мне трудно ориентироваться. По-моему, я вот правильно сейчас иду. Черт. Оп! Блин, не успел нажать. Раз. Тихо. А! Красивые движения. Детка. А! Да почему у меня режет? Два выстрела. Очень крутое оружие у меня. Как там у меня с реагентом? У меня все плохо, кстати говоря. Давайте сделаем мину. Раз, два. Сделаем вот эту штуку. Три. Все, я правильно пришел, правильно сориентировался по карте. Так, шаблон ключа вот. Что это за чертов ключ? Я даже не знаю, что за ключ. Ключ Кейзенберга. Конь. Это его логотип, получается. Ладно, давайте возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Пожалуйста, без происшествий. Слышите? Нет. Блин, это жутко выглядит. Какого дьявола? Какого? Охренеть, он мне жизнь усложняет. У него все здесь жесть, как бронировано. Положить мину. Бывает и такое. А! Блин. Тихо. Да блин, куда ты стреляешь? Тихо. Есть. Раз. О! Раз. Побежали, 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 побежали. Раскручиваемся и... А какого... Черт, не могу попасть. Давай еще раз. Да, блин. Да беги! Есть! Есть! Еще два выстрела. Блин! И еще разок. А! Черт, перезарядка! Я должен убить его! О! Да сволочь! Как вовремя! Нет, 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 нет! Нет, 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 нет! Я в тупик себя завел! Да почему? Продолжаем идти от него. Я нервничаю, надо аккуратненько, более нежно жать. Куда пошел? Куда пошел? Ты все? Ты закончил? Вон он. И еще. Есть! Отлично. Отлично, отлично, забрали. Ух! Блин, меня бесит это, что я чувствую себя неловко перед вами. Вы типа такие смотрите. Ну кто так стреляет? Ну что за говно? И мне становится очень неловко. Что это за звук? Опять? Я не должен чувствовать себя неловко. Я играю, как играю, мне кайфово и все. Так, что делать с этим другом? Надо бы как-то от него избавиться. Оп! Побежали. Я думал, это будет супер-ультра-босс, а оказывается, нифига. Все. Герцог, здоров. Вам что-нибудь подсказать? Да, я хочу тебе продать кое-какое барахло. Вот этот кристалл, вот это, 25. Ваши деньги. Мои деньги, все верно. Прошу вас, изучите да. Мои новые товары. Так, мне нужно вот это. Нет, стоп. Отмена. А шотганских у тебя нету, что ли? Блин.
Окей, давайте тогда купим лишнее место. Бог дал человеку спину для ноши, но пытаться унести так много. Да, я хочу все это унести. И вот это возьмем. Все. Нормально. Заходите. Еще. Далее. Мы идем наверх. На самый верх. Я не знаю, что мы сейчас там увидим. Что нас там ждет. Но знаю, если что, герцог, я люблю тебя. Ты мой лучший друг. Ты единственный друг здесь. Хотя в самом начале игры еще были дружелюбные NPC, но они все сдохли сразу. Поэтому я даже не узнал их как людей. Так. Ага, мы оттуда пришли, теперь вот сюда. Как раз таки здесь мы применим ключ. Так, пора бы нам в другой пестрый, да. А так, ты правда открыто. Живучий. Но мне надоело болтать. Умри, сражайтесь. Наконец. Сейчас будем с ним сражаться. Слышишь, либо сейчас звуки? Будет... Да. Тебя кое-кто дожидает. А, я так и знал! А, я так и знал! А, нет! У-у-у. Так, выбрать. Поставить. Сейчас пробежимся мимо. Побежал, побежал. Эй, эй, эй. Я не могу тебе ничего сделать. Могу, вот пробежал. Норм. Зачем я сюда побежал? О-о-о! Стоп! Ты хочешь сказать, что я не могу ничего сделать? Я должен сражаться с ним? Блин, я должен с ним сражаться. Сейчас он будет рушить здесь все стены. Что у меня есть? Что у меня есть? Сэр! Сэр! О! Блин! Как это я жестко попал, походу. Все, надо ждать, пока он... Так, стоп! Фугасный. Оп! Попал? Я попал. О-о-о-о! Хорошо. Блин, перезарядка. Давай, на разгон. Мистер Пропеллер. Ты какой-то Карлсон наоборот. А-а-а. Где, где? Еще раз. Давай. Рум-р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 ум. Молодец. Какой умница! Давай, быстро перезаряжаемся. Давай. Прям как будто, знаете, я на арене... Как называется этот вид спорта с быками? Коррида? Я не вижу. Оп! Загорелся. Ну, сори, огнетушителя у меня нету. Так, кажется, сейчас будет... А-а-а! В сторону! Блин! Да, блин! Я от огня блокируюсь. Это так смешно. Оп! Черт! Что это? Что это? Что-то взял, что-то взял, что-то взял. Бегу, 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 бегу. И еще. Сейчас опять будет. Огнедышащий. Да какого дьявола, блин? Палить! Палить! Мне нечем лить, да? Боже мой, мне нечем лить, я сдохну. Мне нечем атаковать. А-а-а, как плохо. Сволочь, сволочь, сейчас сдохну. Я не вижу. Так, аккуратненько. Попал? Что сейчас будет делать?
Беги, сволочь, Итан! Блин, не успеваю. Давай. Еще раз проделай эту штуку. Хорошо, вот, сейчас попал. Да блин, кривая... кривая рука у меня. Так, аккуратнее, нацелился. Стреляешь, умница. Фу. Блин, вместе с моими нервами нельзя играть на геймпаде. Я буду. Я крутой. Есть. О, нет, плохо. Он сейчас будет опять дышать на меня. О, очень удобно использовать эту штуку. Так, ты снова, да, сейчас будешь атаковать? Тихо. В какую сторону, блин, бежит? Ты там как, в порядке вообще? Раз, два. Опять огнем сейчас будет фигачить, сволочь такая. Как бы сзади него подойти еще в этот момент. Блин. Куда? Вау! О, прямо рядом. Так, ты будешь вставать или как? Сволочь, опять огнем. Опять огнем. И как мне к тебе попасть? Блин, нельзя подходить. Сейчас нельзя подходить. Вот здесь надо. Давай. Где ты? Блин. Ой, блин! Попал? О, нет, все. Беги, Итан! Как он меня поимел жестко. Стоп. Я немножко оправился. Чуть-чуть оправился. Как здорово. Кстати, он сразу начинает оправляться. Он сразу бежит круто. Сколько? Давай, есть. Два раза. Два раза всадил. Очень круто. Молодец я. Он бежит. Дьявола ты стоит! Так, выправляемся, все хорошо. Короче, в какой-то момент огонь внезапно коцает почему-то. Есть. Сейчас опять он будет, да? Да нет! Черт. Ребят, я не знаю, получится ли у меня победить сейчас или нет. Мина! Взять сейчас или нет? Ладно, возьмем. Пожалуйста, 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 пожалуйста! Стоп! Сразу эту штуку в руки. Опа, он бежал прям за мной. Давай. Опять огнем будет фигачить. Может быть, нужно добить его, когда он огнедышащий? То есть... Не дать ему остыть! Итан, давай! Все! Приложил подорожник, и все окей. Пожалуйста. Сейчас он будет огнем. Сейчас он будет огнем! Слушай, очень сложный босс. Да какого дьявола? Перестань. Так, так. Что ты будешь делать? Деда!
Вот это победа! Вот это победа! Вообще на грани был Евгений! Пожалуйста, дайте мне засейвиться. Ой, у меня все плохо. Пожалуйста, травинку, листочек. Охренеть. Значит, давайте поменяем снаряды. Мы будем ослеплять наших противников, если что. Где-то здесь, пожалуйста, что-нибудь полезное. Сигара? Зачем мне это дерьмо? Ага, сигара это просто... Надо так, видимо. Миранда омерзительна. Ее вранье не знает границ. Для нее мы всего лишь плоды неудачных экспериментов с Каду. Мне повезло, что я более восприимчив к нему, чем вся остальная деревенская шваль. Она называет меня своим сыном. Пустой звук. Я не прощу ей то, что она со мной сделала. Эта чокнутая сучара всегда была не в себе. Для нее понятие эксперимент и семья равнозначны. Миранда не просто изменила мое тело, она лишила меня достоинства. Ее надо убить, иначе я не смогу распоряжаться своей жизнью. Но при всем своем безумии она сильна. Она может стать кем угодно с помощью мега-мицелия. Малявка Роза, вот ключ. Если я заполучу ее силу, то возможно. Кстати, у ее папули Итана тоже очень интересное тело. Надо бы уговорить его помочь мне. Короче, да. Мы тут узнаем, что он только свои цели преследует. Но это и так было понятно. Просто это интересно, если бы мы стали бы друзьями на какое-то время. Пока у нас есть одна общая цель — заполучить Роза. А потом раз, внезапный поворот. И, ну, не очень внезапно, и он такой: ага, я все это время тебя использую. Мы такие: ага, мы знали. Вот, а потом Миранда такая: ага, я наблюдала за вами, знала, что вы будете все это делать. Ага. Все такие: ага. И Роза такая: ага, я использовала всех. Очень плохо дело сейчас. Ой, как плохо дело. Мы даже засейвиться не можем. Сейчас какой-нибудь еще босс здесь будет. То если нам вернуться обратно к герцогу... Нет, ладно, разберемся. По ходу дела разберемся. Если вам нравится моя рискованность, поставьте лайк. Ой, блин. Зачем прыгать с таким смешным звуком? Стоп, я вижу. Я вижу тебе ящичек. Дай мне что-нибудь хорошенькое, я тебя умоляю. Только могу эту фигню сделать. Ту бомбу, которая у меня уже и так есть. Так, что-то здесь мы не нашли. Че? А, как я мог тебя упустить? Пожалуйста. Больше здесь ничего нету. Травинку не дали даже. Они же знают, что они просто высосали из игрока сейчас все, абсолютно. Так, а теперь нам уже как-то грамотно, да, пробежать здесь или что? В чем прикол? Я вообще не понимаю, в чем здесь прикол. Ну ладно. Осторожно. Могу упасть здесь, интересно? Смотрите, какая ранка на ручке у Итана. И она не заживает. Он выборочно заживляет свои раны. Что? Я не открывал дверь. Я не открывал. Игра сама их открывает. Так, здесь тоже ничего нету. Окей. Пожалуйста, только не заставляйте меня сейчас сражаться с боссом, когда у меня нету ни хрена аптечек. Так, здесь тоже пусто. Он сейчас сзади на меня нападет. Опа. Это он, да, сзади. Неплохо! Неплохо, Уинтерс! Ты упорный. Но я тут подготавливаю бунт. Так что не лезь сюда. А чё пули так долго летят? От выстрела доли секунды проходит. Нет. Он тоже станет монстром. Ah!
Нет. Классические канализации. Ладно, хотя бы мы не сражались сейчас с ним. Видимо, мы еще не готовы. Потом. Это будет все потом. Игра продолжается. Это даже не конец. Опять мы находимся фиг знает где. Столько отходов. Что это здесь у нас? Ага. Ты допустил ту же самую ошибку, что и все злодеи до тебя. Во-первых, все злодеи здесь заведомо в проигрышном положении, потому что это... Они не учли одну вещь. А именно то, что у нас есть сохранялка. Это просто самый настоящий козырь, который невозможно победить. Кто здесь? Крис! Да больно! Просил тебя не лезть, Итан! Ты убил мою жену! Убил! Что тебе надо от меня, Крис? Ты, сука, убил мою жену! Я убил не Мию. А кого? Ты жил не с ней. Ты жил с Мирандой. Что? Сука! Она биооружие. Она сменила форму и притворилась Мией. Пули ее, кстати, не убили. Я хочу дать. Я такие аппараты... А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех. А нам здесь и без гражданских приходится непросто. Почему я такие машины делаю во всяких играх, типа кросс-аут. Что за хрень происходит? Скрэп-механик и так далее. Ладно, Итан. Да, расскажи. Ладно. Все-таки я должен был рассказать. Да. Дай мне тут ключ. Нет. Сначала скажи. А, ты про этот ключ? Ты какого? Что происходит? Где я? Ты меня... Если вкратце, Миранда рехнулась. Деревня, эти монстры, твари, ее работа. Какой-то стрёмный эксперимент с плесенью. Плесень. Как в Луизиане. Твою мать! А я-то надеялся, что спасу семью. Я не могу сбежать. Ничего не могу! Это не совсем так. Какой этот агрегат очень смешно. С бензопилами. Вот, посмотри. Бойцы прислали эти снимки только что. Миранда. Приглядись. Нахрена эти бензопилы нужны здесь? Охренеть! Идем туда. Остынь, мои бойцы не спускают с них глаз. Но у них моя дочь. Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку. Тебе нужна машина с бензопилами, понял? Я сам ее изобрел и запатентовал. Я останусь и заложу еще взрывчатки. Ты поедешь на лифте, встретимся наверху. Клянусь, мы с тобой спасем твою дочку. Вместе. Да, мы спасем. Я отыщу Миранду. И убью эту суку. Ладно. Даже Крис уже угорает над этим пафосом. Тогда садись. И будь добр. Не лезь на рожон. Да с такой-то машиной, мне кажется, мне все по плечу. Ты долго это мастерил, просто интересно. Это так тупо и смешно. Я не могу, почему я такой... Это как в мультиках, знаешь? Этот койот, который за страусом бегает. Дорожный бегун, вот мультик называется. Он вот такую же хрень. У тебя пропеллер сзади. Зачем пропеллер сзади? А, охлаждать мотор, конечно. Все надо, да. Все очень правильно. Так, ты мне тут печатную машинку... А, спасибо. И, конечно же, ноутбук. Тут на Википедии смотрел, да, как это собирать. Кому? Отряд охотничьи псы. Осмотр фабрики завершен. Доказательства связи с организацией не обнаружены. Нам сегодня явно не везет. Мне удалось найти ряд документов с описанием экспериментов Миранды, подтверждающих наши теории. Судя по всему, она заразила себя мутамицелием и приобрела ряд способностей. В частности, мимикрию. Она управляет своими клетками и может превращаться в любых существ и предметы. Она притворилась Мией и проникла в дом Уинтерсов. Она явно намеревалась похитить Розу. Видимо, решила, что будет легче контролировать Розу, находясь в облике ее матери. Наше нападение... Вот почему она читала эту сказку вначале. Наше нападение сорвало ее планы, поэтому она притворилась трупом. Затем она жила в грузовике, убила всех... Убила всех, кто находился внутри, скрылась с Розой. Все прошло не так, как она ожидала, но в конечном итоге ее замысел осуществился.
Но это не конец. Пора встретиться и разнести это место к чертям. Возможно, мы столкнемся с Гейзенбергом, но я нашел кое-что полезное. Бензопилу и пару шестеренок, и гусеницы. А он забыл здесь одну из своих игрушек. Одна из металл-полимерного материала, и он не сможет ее управлять. Побьем врага его же оружием. Альфа. Погоди. Что? И речь идет вот об этой штуке? Так, тут что-то мы еще не нашли. У меня до сих пор... Кстати, этот лифт тот самый, но герцог-то уже свалил. У меня до сих пор нету аптечек. Пожалуйста. Так, вот лекарство. А у меня как там? Блин, конечно же, надо восстанавливать. Травка! Сделай еще. Молодец. И вот это давайте забабахаем. Эти мины просто прекрасные. А, все, вот теперь все. Окей. Давайте сохранимся. И сядем на эту штуку в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам нравится, как я играю в Resident Evil, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать ни одно видео. С вами был Юджин, друзья. Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И всем пять!